Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру «Злачные Творцы 2». Так, ну что ж, у нас такая ситуация. Аманда пропала, собирала, слоила грибы. И вдруг появились зомби, и мы разделились. Как ты могла разделиться? Как ты могла оставить Аманду одну? Ё-моё. Когда я вернулась, Аманды там не было. Прошу, найти ее. Конечно же. Я даже за бесплатно готов Аманду искать. Так, Аманда. Пропавшая Аманда. Быстрее ищем Амандочку. Так, ребенок пропал. Надо спасать. Где Аманда? Быстрее. Мусор. Зачем мне здесь искать Аманду? Не может быть, Аманда здесь спрятана. Так, обыщите. А, убейте зомби. Подожди, 16 зомби? Где? Вот эти, что ли? А, не, вон еще, смотри, куча. Тут нет. А, и вон зомби идут. 16 зомбаков. Так, дружище. Ну, давайте по старой схеме. Собираем все в одну кучку. Фига себе, 16 зомбаков. А, мне кажется, это их так много. Так, чуваки, давайте все быстренько собираемся в одну кучку. Сейчас будет фейерверк. Так, на фейерверк. Все на фейерверк. Собираемся сюда. Точка сбора здесь. Фейерверк. Так, все, фейерверк закончился, ребята. Так, обыщите колодец. Где колодец? Где колодец? Вот, может, ну, а я не думаю, что она в колодце будет. Так, все, колодца никого нету. Так, зомбаки идут. Угу. Так, тут два зомбака, мы их так убьем. Только патроны на вас тратить. Так, вот зомбаки. А что, больше нет зомбаков? Все? О, это в очках, смотри, даже. Тетька. Так, все, пойдемте сюда. На вот эту бочку. Сейчас будет фейерверк, ребята. Давайте. Спешим. Давайте быстрее. Так, возле бочки все встаем. Все, готово. Так, дальше бежим. Обыщите траву. Может быть, здесь она в траве сидит? 100%. А, нет, это мусор, какая трава. Где Аманда? Так, возьмите рюкзак. А, ой, смотри, кто-то лежит. Это не Аманда. А, пропавшая Аманда, поиск зацепок. Поиск зацепок, какой-то дядька мертвый. Но я не думаю, что это Аманда, поэтому быстренько возвращаемся назад, смотрим, что... Надо Лейле рассказать, что Аманду я не нашел. Быстрее. А как это выглядит? Я нашел ее рюкзак около северной тропы. А Аманда? Ее там не было, но там валялись ее трупы зомби и стреляные гильзы. Думаю, кто-то ее спас. А неподалеку от этого места находится бандитский притон. Может быть, ты спросишь там? Будь осторожен. Да, конечно. Конечно, быстрее. Так, у меня что-то в рюкзаке лежит. Сейчас я посмотрю быстренько. А, очки умений, бензин, спасибо. А, подожди. Торговец, у меня что-то в рюкзаке. А, вот это вот барахло. Так, продать все куски за 300. Все, ладно. И мне нужно быстренько... Ой, подожди, нету задания. Ас, смотри, что-то ас хочет сказать. Быстрее до него бежим. А, я знаю, чем можно заняться. Охота на зомби. Да не надо меня куда на зомби. Подожди, старшой. А, будь крайне осторожен. Здесь проводились все возможные и невозможные виды эксперимента. Исследование цокольного этажа научной базы. Подожди, исследование цокольной научной базы. Мне нужно Аманду найти. Охота на зомби. Давай, ладно. Так, а ну-ка, подожди, что у нас тут? Научная база, бандитский дом, разрушенная фабрика, центр. Что это за центр? Центр это вот здесь. Мне нужно Аманду найти, Лейла.
Так, миссия не выполнена, информации нет. Ладно, будем сейчас научную базу и пойдем посмотрим. Может быть, там что-то мы найдем интересное. Нам главное сейчас найти Аманду. Так, обыщите ресепшн. А опять эта игра. Успей нажать, называется. Так, все, взломали. Так, опять зомбаки ходят. Так, ну этих зомбаков надо будет стрелять, конечно же. Ё-моё. Так, обыскиваем. Так, здесь смотрим. Так, обыщите медпункт. Быстрее в медпункт. Открываем. А, хорошо, быстро открылось. Так, зомбаков задней же нет, нету. Так, я для вас гранатку кину. Блин, где граната? Неудобно вот эти 3, 2 плюс нажимать. Надо быстро. О, граната лежит, что ли? Что? Нет, не граната, вантус какой-то лежит. Вантусы валяются. Так, ребята, все, давайте подходим сюда быстренько, быстренько, на фейерверк. Есть, готово. Хорошо их отстреливает, так мне нравится. Быстренько сюда заходим. Так, тут опять надо. О, видишь как? Пи-пи-пи. Доступ разрешен. Все, входим быстрее. Да, конечно, хорош. А этому, смотри, пофигу, он бронежилетик. Да. Все готово. Так, быстренько здесь смотрим. Обыскиваемся. Надо было их сюда заманить, как сюда заманишь. Так, обыщите запасы. А, вот еще смотри. Запасы? Какие еще запасы? Фига, он все поднимает, ищет. Смотри. Так, ничего нету. Обыщите агрегатную. Да вы что, гады? Сколько их, смотри, их много. Я бы вас тут бы закрыл бы и все. Вот, сейчас они сюда подойдут, я сейчас их стрельну сюда, здесь. Все, есть, готово. Такая армада. Так, быстрее бежим. Убираем этот мусор. Так, опять у нас. А нет, все быстро. Уничтожить нападающих зомби. А, офигеть, смотри, откуда они бегут, лазят. Ох ты, бабка, ты что, подожди, Алена. Так, я ну-ка, давайте я вас сейчас взорву. Не знаю, всех взорвал, нет? Нет, вот этого нет, не взорвал. Охранника. Охранник мощный, я смотрю. Ему пофигу, с упора его стреляешь. А патроны только на них тратить. А хотя у меня почти что 2000 патронов нормально. Так, обыскиваем, обыскиваем. Лыжи, дыры где? О, миссия завершена. Исследование цокольного базы научной базы. Возвращаемся назад. О, бандитский притон. Мне нужен бандитский притон, конечно же. Том ужасов, случайная встреча, избежать или встретиться. Ну, давай встретимся, что там такое за притон. А, ну это просто, мы проезжали мимо и тут зомбаки были. Типа, что мне надо зомбаков убить, за сейф есть? Ух ты. Так, а нету фейерверков, да, здесь? Придется патроны тратить свои. Да, конечно, сейчас. Есть, есть. Все готово.
О, журнал о природе, смотри, нашел. Так, а ну-ка, оп, 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 оп. И еще раз. Подожди, все открыл. Ух ты, серебро, бобы, патроны. Это хорошее место. Давай, здесь еще обыщем. Что это такое лежит? А, кусок дерева. Нет, нет, неинтересно. Дом какой-то. А ну-ка, можно сюда? Эй, оглушок. В смысле? Подожди, алло. Эй! А, я наступил на эту штуку. Обезвредить. Обезвредить. А, я не заметил эту штуку, прикинь. Обезвредить. Ух ты, ловушка, смотри. Так, что было? Не... Обезвредить. Обезвредить. Нифига себе. Открыть. Ух ты! Офигеть, подожди, в смысле? Ловушек сколько? Закрыто, попробуйте найти ключ. Да, ключа нет у меня. Вот, смотри, тоже видишь как. Обезвредить. Обезвредить и обезвредить. Оп, нифига. Так, аккуратненько. Нормально. Ага. Так, сразу все обезвредим. Чтоб мне ничего не это самое. Прикольные ловушки. Хорошо, что у меня здоровья много было. А, офигеть, взорвался. О, ключ есть. А ну, подожди, а это еще и гранат? А что граната не берется? Ух, ну блин. Подожди, а тут почему граната не берется? Я же вижу, граната лежит. Офигеть, я тут могу. О, все нормально. Прикинь, ваш рюкзак заполнен, пишет. Ваш рюкзак заполнен. Да ё-моё, что там у меня в рюкзаке? Пишет. Так, заходим в рюкзак. Где? Вот. Давай сразу бобы съедим. Так, что еще тут интересно есть? Это у нас патроны. Неинтересно. Ну давай воду сразу, еще воду выпьем. Все, я буду сейчас лечиться. Так, кусок железа. Опять рюкзак заполнен. Да что такое? А это что за книга? Так, журнал о природе. Так, все, мы прочитали этот журнал. Больше тут ничего интересного нету. Давай вот это используем. Так, и что? Использовал? Так, и место у меня освободилось. Берем. Да как так? Рюкзак заполнен. Подожди. А теперь? Все. Нормально. Может быть, там гранатку сможем подобрать тут? Не, какая-то странная граната, она вообще не берется. Обезвредить, конечно же. Так. Вот это домик, я чуть там не подох. Вот все. Уезжаем. Так, а чё, почему я уехать не могу? А, подожди, в смысле, уехать надо это, на карту нажать. Бандитский притон. Да, конечно же, едем. Нормальная сегодня серия. Так, лагерь, лидер бандитов. А вот мне с ним надо поговорить. А что ты тут забыл? А я ищу девушку, вы что-нибудь о ней знаете? Ты имеешь в виду Аманду? Да, конечно, Аманду.
Мы спасли Аманду от полчища зомби, теперь она наша. Как в смысле наша? Если хочешь ее забрать, придется заплатить. Хорошо, я передам это ее матери, и мы посмотрим, что можно сделать. Хорошо, заплатить надо будет, ё-моё. Так, вернуться в город. Хорошо. Лейла, быстрей, быстрей, Лейла. У меня есть информация. Что ты узнал о Аманде? Да она у бандитов. Предположительно, они спасли ее от лап зомби. Но почему ты не привел ее обратно? Они просят выкуп, а ты можешь заплатить? Разумеется, я сделаю все, что угодно ради нее. Вот деньги, возвращайся поскорее, береги себя. Вы оба. Не волнуйся, я ее найду. Все. Ну, в следующей серии мы будем идти к команде. А, подожди, в смысле, а где? Нету ничего интересного. Ладно. В следующей серии мы Аманду спасем. Ну, а пока, всем пока.